Черт! Похоже, все-таки заразился. Надо бы покушать. Знаешь, как легко пуля пробивает череп. Не убивай меня! Твоего напарника сейчас будет вести на заброшенную фабрику! Это все, что я знаю, млям буду! Ладно, мразь, живи. На глаза мне больше не попадайся. Эй, дружище, иди сюда! Помоги отбить напарника у бандита! Давай за мной, я знаю место для засады. Поможешь, буду благодарен. Долги в долге, возвращаю. Братка в темной долине. Так теперь тамошняя братва ко мне со всем уважением. С живой выгодный бартер наладил. Да и самим Боровым вроде делюга намечается.
Вывод таков. Даже если бандит лежит и стонет, проявите сострадание. Дайте аптечку. Не обеднейте. Прячься на той стороне дороги. Они скоро появятся. Открывай огонь только после меня. Идут. Сейчас мы их. Пуля, спасибо, друг. Я, блин, уже с жизнью попрощался. Жив-здоров. Тогда возвращаемся на базу за подмогой. Кто-нибудь, помогите! На помощь!
голодухи в углу замял. Скукотища. Да подзакусь душевную. Шушпаны! Обходим! Чёрт! Похоже, всё-таки заразился. Говори, сука, а то узнаешь, как легко пуля пробивает череп. Не убивай меня! Твоего напарника сейчас будет вести на заброшенную фабрику! Это все, что я знаю, мля буду! Ладно, мразь, живи. Но на глаза мне больше не попадайся. Эй, дружище, иди сюда! Помоги отбить напарника у бандитов! Давай за мной, я знаю место для засады. Поможешь, буду благодарен. Долги в долге, возвращай. Назад подлетел братка в темной долине. А теперь тамошняя братва ко мне со всем уважением. Живый в обидный бар так наладил. Да и самим Бормом вроде нелюбо намечается. Он и вот таков. Даже если и бандит лежит и стонет, проявите сострадание. Дайте аптечку. Не обеднейте. Прячься на той стороне дороги. Они скоро появятся. Пушки нету! Нет, не шмаляй! Не стреляй! У меня пушки нету! Все, я без волыны, все! Ах, ёпт, всё!
Черт. Похоже, все-таки заразился. Говори, сука, а то узнаешь, как легко пуля пробивает череп. Не убивай меня! Твоего напарника сейчас будут везти на заброшенную фабрику! Это все, что я знаю, млям буду! Ладно, мразь, живи. Но на глаза мне больше не попадайся. Эй, со стволом в лапах какой сюда? Базар? Помоги убери на! Напарника у бандитов! Давай за мной, я знаю место для засады. Поможешь, буду благодарен. Долги в долге, возвращаю. Назад на третью братка в темной долине. Так теперь тамошняя братва ко мне со всем уважением. Живый выгодный бартер наладил. Да и самим Борвом вроде делюга намечается. Вывод таков. Даже если и бандит лежит и стонет, проявите сострадание. Дайте аптечку. Не обеднеете. Внимание! Готов, сволочь! Идут. Сейчас мы их. Пуля, спасибо, друг. Я, блин, уже с жизнью попрощался. Жив-здоров. Тогда возвращаемся на базу за подмогой.
шеф обнаглел. Я, блядь, из зоны пришел, устал, а он курва меня отправил патрулировать лагерь. Да кто рискнет сюда пробраться? Не. Короче, пойду-ка я лучше посплю. Нахрена мне тут торчать? Ребята, пожалуйста, отпустите меня! Не надо! Я вам денег дам, да все отдам! Ну давай, типа, собирайся. Боров сказал отвезти этого болвана на старую фабрику. Да он уже достал в натуре! На этой неделе уже 3 раза туда! Тш, слышал? Ой, что-то у меня дурное предчувствие. Короче, не хочется мне из лагеря уходить. Угу. А у меня есть идея. А ну прыгай в яму, козел! Нет! Я не прыгну туда! Хоть стреляйте! Кто-нибудь, помогите! На, братва, а вот что я еще слышал? Значит, стоит типа сталкер у перекрестка в зоне и в натуре указатели читает, так будто он читать умеет. Направо, значит, типа аномалии, вперед монстры, налево. Yeah.
Иди бугру по ушам катайся, а мои не казенные. Так, балабонь быстрее, чё надо? У меня сейчас в натуре бабочки в голодухе в узлы завяжутся. Нет хабара, нет базара.
город хочу. Не, ну твою мать, не, ну нельзя же столько ничего не топтать. Мы типа сталкеры, мы крутые. Конечно, прикольно. Только отобрать. Чуваки, кто-то слышал о каких-то особо засекреченных лабораториях глубоко в зоне. Говорят, до сих пор работают. Как вы смогли выжить люди после зоны? В натуре чистый лесоповал. В натуре за душу берет. Если тебе перетереть, что надо, вон пахан. Не, ну нельзя же столько ничего не топтать. Есть хабар, пойдет базар. Откуда вот ты такую ботву таскаешь? Приголубил бы любую, лишь бы все нужное на месте было. Нету, блядь, жизни в натуре, нигде нету. В городе Ментышмана, тут салабоны они.
Помогите! Эй, сталкер, помоги! Открой эту чертову клетку! Пульт управления находится на стене! Спасибо, друг! Я твой должник! Постоянно мокрые. И какого я сюда полез? Качковал бы себе по старому на районе. Не, ну твою мать, не, ну не знаю, что
кульком завершаю. Вниз толстый. Длинный такой. Что с вами? Стас толстый. Сука ты какой. Лёша. Ты кто это зашептал у меня в башке? А шефа пошла. Ты кто спрашивает? Такая красивая, шкальная, да? Иначе нельзя. Не брал я, ты парень, не брал, я в поле, я не знаю, так. Что за красавица? А парень, ты меня напарил? Это Напарить! Ты меня напарить! Я тебя урою, ты понял?
парень? Да это урод, ты понял? Да парень, да урод, бля! Урод! Не брал я, ты парень, не брал, я век воли не знаю, ты парень. Парень, ты меня напарил? Я тебя урою, ты понял? Напарил, урою меня, урою. Парень, ты меня напарил? Да я тебя урою, ты понял? Напарил, урою меня! Напарил, ты меня напарил? Да я тебя урою, ты понял? Напарил, урою! Напарил, ты меня напарил? Да я тебя урою, ты понял? Система защиты лаборатории активирована и просит вас оставить артефакты для входа в лабораторию. Активирована защита от негативного воздействия артефактов. Система защиты лаборатории повторно предупреждает. Оставьте до входа в лабораторию. В противном случае артефакты будут дезактивированы. Лаборатории сканирует вас на предмет вредных и опасных для работы оборудования артефактов.
пацаны! Система защиты лаборатории позорно сканирует вас на предмет вредных и опасных для работы оборудования артефактов.
что вы с завтрашнего дня приступаете к обслуживанию резервуаров центральной лаборатории. Необходимо проверять их с периодичностью в 2 часа. Обо всем докладывать мне лично. Код доступа к центральной лаборатории 9524.